Цири действительно появлялась на Скеллиге. Она прибыла туда из другого мира в компании таинственного чародея. Девушка и чародей сражались с дикой охотой, а затем бежали через порталы, ведущие в Велен. Здесь обрывался один след и начинался другой. Гораздо позже дикая охота появилась на острове Хиндарсфьяль. Это могло означать, что Цири вернулась на Скеллиге. Ты не народ, не то будешь иметь. Ну а нам поискать доспехи надо. Чертежи. Вперед, плотва! Теперь помедленней. Ah!
Ну что, паскуда? Здесь стоит осмотреться.
Погоди, плотва. Давай! Расхотелось. Ну сохнешь ты наконец. Быстрей! Давай, Дима! Глаза.
Здесь стоит осмотреться. Моей маленькой Моргун завтра день рождения. Не знаю, что. Еще что? Ну, гравировка. Значит, верну. С удовольствием взгляну на товары.
Ну, пойдем грифона делать. Хотя денег у нас не хватит. Тут 1000 только за доспех. Будь здоров. Следи за собой, Белгонор. Можно продать барахло какой-нибудь сундука, может получится. Эй, ведьма, не ищешь ли работы? И веду чертежи. Странный дракар мы. Рори, не жри столько. Это еще почему? Видал, ромашка. Интересно, ромашка, откуда зачем? Такого принесла? Милости просим. Чем это у вас так вкусно пахнет? Спасибо, что уделил мне минуту. Милости про... Чем это... Спасибо, что уделил мне минуту.
Видать, что не у Сороки из-под хвоста выпал. Дашь меч подержать? Эй, ведьма! Помаг, не ищешь ли работы? Вы должны просто быть хам издалека. Это еще кто? Если Офой, что? Смотри под ноги. Сразу же видно, что это, видимо. Мы служим той, что вечно дева, мать и старуха. Делали дел. Еще что? Ну, гравировка. Украшение. Значит, вернулся. С удовольствием. Будь здоров. А кто же? Приключения ищет. Эй, ведьма, не ищешь ли работы? Гори, не жри столько! Это еще почему? Если он голодный, то молодой Ильдрай поплыл охотиться на зимой силикат. Ну да. А в горах разбойников берегись. Thank you.
зачем? Чтобы волосы росли. А что? Ты веришь, что они помогут нам в помощь? Значит, верну. С удовольствием. Будь здоров. Бессонная ночка, а? Такими клиночками можно разве что зубами. Бессонные. Эй, ведьма, ты ищешь ли работы? Чтоб нам сил хватило. Интересно, такое ли лучшее оружие ни к чему, если слабо его дать. О! Эй! Оно же! Эй! У нас тут неприятности с мюрдьяблем, ну, с утопцами. И неприятности такие, которые твой серебряный меч как раз разрешит. Дай-ка угадаю. Рвут сети, жрут рыбу, а иногда нападают на одиноких моряков, если кто ночью возвращается по берегу из корчмы. Если б только так. В нашем заливе твари хуже, чем на большой земле. Как после захода солнца нападают, так и днем. Наш-то не только на рыбаков охотится, но и на воинов. Их тела потом море выбрасывает, доспехи разорваны в клочья, кишки выжраны. Странно.
Есть какие-нибудь свидетели? Рюрик, мой ученик, был в лодке, на которую Мюрдьяблин напали. Есть еще Туве, у которой убили мужа. Она живет здесь, недалеко, немного выше. Боюсь, никого больше не припомню. Те, кому приходится иметь дело с этими тварями, редко возвращаются живыми на сушу. Поговорим сперва о награде. Что-то она больно скромная на мой вкус. Чуточку дороговато. Чуточку дороговато. Дорого. Ну, может, оно того стоит. Ладно, заплачу, сколько просишь. Я принимаю заказ. С утопцами я уже не раз имел дело. Скоро все будет кончено. Вот тебе мое слово. Гравировка, украшение, значит, верну. С удовольствием. Будь здоров. Ну, интересуешь? Что у тебя есть на продажу? Будь здоров.
Йеннифер была права. Цири действительно появлялась на Скеллиге. Она прибыла туда из другого мира в компании таинственного чародея. Девушка и чародей сражались с дикой охотой, а затем бежали через порталы, ведущие в Велен. Здесь обрывался один след и начинался другой. Гораздо позже дикая охота появилась на острове Хиндерсфьяль. Это могло означать, что Цири вернулась на Скеллиге. Красивые мечи, но по мне лучше добрый топор. Они могут знать, когда будет конец света. Они ведь не умеют даже погоду на следующий день
Торопись. Давай. Дождь идет, возьми плащ. Пусть твой топор никогда не затупится. Thank you.
Значит, верт. С удовольствием. Будь здоров. Я научу. У тебя есть что-нибудь? Есть. До свидания. Я бы сказал прощай. Интересует.
Будь здоров. Это еще почему? Интересно, такой ли ты крепкий, как выглядит? Мы служим той, что вечно дева, мать и старуха. Thank you.